плечами будем отлегать. С паузами будем дать. Основное упражнение здесь на такую силу. Вверх. Квадраты. Да, конечно, соскучились, уже устал отдыхать, уже хочется заниматься, да. Настроение всех замечательное, так, правда, уже унылые лица такие после нагрузок. Вот. Но это еще, как нам сказали, втягивающие тренировки, поэтому еще все самое интересное впереди. Много наших ребят в сборной России, это не сильно мешает, то, что меньше ключевых футболистов в команде? Ну, я рад за тех ребят, которые в сборной. Вот. Завтра, надеюсь, получится посмотреть матч. Надеюсь, все наши ребята будут играть. Ты как себя ощущаешь? Лишние килограммы есть? Да не, я уже сколько лет после отпуска приезжаю, наоборот, в минус. То есть у меня проблема, набрать не могу вес. Двухразовые тренировки, да, к этому же и готовились? Ну, конечно, мы знали, что будет. Будем работать в двухразовом режиме. Вот. Ну, в принципе, здесь лучше заниматься, чем сидеть в отеле и смотреть на город.